Приветствую, друзья, на канале Crass Outlawers. Сегодня в видео мы будем делать обзор на новый реликт Дикобраз. Давайте посмотрим его характеристики. Итак, урон у нас здесь большой. Скажу сразу, что дальность бочки очень большая и расход энергии у нас 3 единицы, а также прочка целых 3000 единиц. Перк. Попадание бочкой замедляет бронемобиль противника на 20%. Эффект длится 0,5 секунды. После взрыва бочка оставляет лужу огня, которая нагревает детали и замедляет бронемобиль противника. Нагретые детали получают увеличенный урон. А в общем-то такая прям классная штуковина. Давайте теперь посмотрим крафтицы. Первый крафт у нас на трех дикобразах, Тореро и колесах. Второй крафт у нас на хойерах, омнибоксе и двух дикобразах. И последний крафт у нас на четырех дикобразищах и дальнобои. Это все у нас на хойерах. В общем-то это мощь прямо. Ну а начнем мы с самого простого. Простейшего крафта, давайте его соберем, а потом поедем в бой. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Конечно, дорого иметь себе хотя бы один дикобраз. Я бы сказал, очень дорого, прям пипец как. Но мне интересно посмотреть, как у нас катается этот дикобраз. Да блин, что меня все толкают? Пацаны, давайте поехали. Тапка в пол. У меня здесь хамелеон имеется. Опаньки, здорово, чувак. Слушай, держи подарочек. Опа! Кстати, бочки летят достаточно далеко. Я думал, бочки не будут так летать. Но блин, они как, я не знаю, как... Как снаряд от пушки летают. Вот смотрите, я вдаль сейчас стрельну. Давай, полетел. То есть для бочек это достаточно далеко. Ой, я упал, классно. Ну ладно, мы сейчас их объедем вот так вот. Пацаны, у нас базу захватывают. Я не один такой красавчик, который свалился просто. Ну, гениально, что могу сказать. Быстрее топим. Так, кстати, амнибокс можно теперь на перезарядочку врубить. Пацаны, база, давайте, жмем. Сейчас еще там у меня огонь разольется. Держи, это тебе, мистер Тошнитель. Так, я сам себя, кстати, не дамажу дикобразом, это очень хорошо. Это плюс такой. Так, давай, гори, чувак, гори! Все, он сгорел весь? Не, ну урон от огня, конечно, мощный. Так, держи, хайрасп, тоже сгорел. Последний чувак остался, давайте, закидываем. Лети, дикобразище! Есть. Все рамы так отваливаются угарно, очень быстро. Мы двоих уделали, у нас победа. Мне интересно, сколько у нас очков за бой. У нас МВПшечка с первого же боя. 1790 очков за бой. Это круто. Погнали дальше. Я очень надеюсь, что сейчас все поехали именно в центр, потому что у меня здесь очень офигительная позиция. Я... О! Давайте, пацаны, я вас жду. Давайте. О, красавчик, еду. Смотрите, смотрите, смотрите. Давай, наезжай еще на бочечку. Вон тебе туда. И, по сути, они мне ничего не могут сделать. А я, в свою очередь, им могу там просто все закидать. Так, союзы, давайте. Мне нужна приманочка, поэтому давайте заезжайте туда. Что-то они как-то испугались, знаете ли, никто не едет. Так, ладно. О, кто-то прыгнул, давай. Что-то недолет у него. Ладно, я тогда сам приеду, вы не переживайте. О, смотрите, герой едет. Давай, 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 езжай. Молодец, молодец. Блин, недолет. Сейчас ему хана будет. Хотя союзы и без меня справились. Так, вот сюда мы сейчас еще огоньку подкинем. Фига, тут все горит, конечно. Я не успеваю накидывать. Так, давайте амнибокс включим на перезарядочку. Давай еще, еще, еще. Держи, браток, гори! Просто все сгорают очень быстро. Держи тебе. Браток, у меня много бочек, так что ты не переживай. Тебе тоже хватит. Че он на меня-то ополчился? Тут столько союзов. Им на меня надо фигачить. Вот как только кто-то видит новое оружие, надо сразу его фигачить. У меня перевес, блин. Так. Отстрелили мне... А, не, нормально все. Ничего не отстрелили. Все, что это он такое построил странное? Быстрая победа максимально. У нас победа и... Мне интересно, сколько у нас очков. В топ-3 1006 очков всего лишь. Погнали в следующий бой.
Если честно, я ожидал немножко большего, просто потому что у нас был вчера обзор на Жнец, и там я просто с первого же боя выносил по 5 человек. Вообще спокойно, мне ничего никто особо не делал. Ну блин, на дикобразах что-то как-то не так, как будто чего-то не хватает. Давайте попробуем еще, конечно. Возможно, они катаются лучше в больших экземплярах, но блин. Чтобы купить себе хотя бы еще 3 дикобраза, это получается нужно себе 18 косарей кросс-крон. А многие, почти все, не могут один гравостар купить, а тут еще 6к на один дикобраз. Мне кажется, это нереально. Ах ты зараза, смотрите, дикобраз меня стрелил, а? Держи! Все, у него все обвалилось. Блин, ну вот это неприятно, конечно, сейчас было. Ну ладно, давайте попробуем по пути зафигачить одним дикобразом кого-нибудь. Вот мне интересно... Один экземпляр вообще что-то может или нет? Хотя мало такого оружия, которое в одном экземпляре катается хорошо. Так, давайте закинем чуть-чуть. Ну вот от огня, если кто-то тупит, если кто-то стоит туда, урон неплохой. Но блин, все уезжают. Поэтому как-то от огня особо много урона не успевает получить чувак. Давай, 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 еще закидываем. Блин, мне просто вот интересно... А как будет дикобраз кататься именно в 4 экземплярах? Я думаю, там будет просто вынос. Хотя не знаю. В общем, посмотрим. Но я ожидал большего, если честно. Давай, фигач. Я взял бы тот же самый жнец. Они за эту стоимость одного дикобраза можно взять 3 жнеца. Я бы поставил себе 2 жнеца и нагибал бы всех. Не знаю, ну, давайте дальше тестить. Да помирай ты уже, блин, куда ты уезжаешь-то все? Понял, что хана ему и убегает. Давай, вот мне по дикобразу, смотрите, фигачит. Давай, давай, гори, гори, чувак, гори! Так, отстань от меня. Когда ты уже помрешь? Давай, еще тебе. Он так обваливается, конечно, смешно. Сразу все детальки, не поодиночке, а сразу все. Так, и мы сейчас хамелеон идем. Что-то тут у нас победа по базе, вообще не успел его все-таки завалить. У нас, в топ-2 попали мы. 1144 очка за бой. Давайте теперь соберем крафтец на колесах с 3 дикобразами и поедем в бой. Ну, погнали, здесь у нас мочи уже, я думаю, будет побольше, ну и также побольше ом. Давай, чувак, вставай. Че ты тут у нас разлегся? Ха-ха, поехали, чувак, давай. Тапка в пол. Так, давай отпускаем его, потому что я не могу стрелять, вот. Да куда ты все опять переворачиваешься-то, ё-моё, чувак? Держи. Опаньки, Горынычи подъехали, нифига себе. Только их уделали как-то быстро там. Так, кто тут у нас самый бессмертный? Держи. Ой, что это, куда они разлетелись-то, блин? Мамонты-то сейчас мне накостыляют, хорошо так? Давай, чувак, гори! Все, чуваку там больно уже. Так, еще закинули. Только они не туда полетели. Классно, он мне с мамонтов расстрелял всю переднюю часть крафта. Так, перезарядочка. Давайте еще он туда... Да, блин, союз, эти бочки разлетаются постоянно в разные стороны. Так, со жнеца стреляешь бесконечно и не паришься вообще. А тут еще надо целиться ведь. Так, что-то меня со всех сторон накрыло. Так, чуваки, куда бы закинуть-то, а? У меня тачка уже не поворачивает как-то. Она подпрыгивает только. О, наехал на мои бочки, молодец. Удел, ну здесь стопудовое МВП опять будет. А что там горит в воздухе? Это моя бочка, типа? Фига, там уже воздух горит. Чувак, надо развернуться, вон там. Пацанчик, давай-давай-давай, разворачиваемся. Вот сюда закидываем. Блин. Давай, перезарядка, срочно-срочно, там союз воюет, надо помочь. Есть, подкинули огоньку. Шашлыбас сейчас получится. Прожарочка, давайте. По максималочке. Ой-ой-ой, вот это боль, конечно. Блин, если бы я еще нацелился нормально. Все, подкоптился, поджарился, скорочка, это хрустящий прям чувак получился. Так, сколько ж я уже человек завалил, я даже не знаю. Давай,
По базе мы выиграли хорошо. И что у нас по очкам? Ну, вот этот бой уже был поинтереснее, гораздо, чем прошлое. У нас 3122 очка за бой, МВПшечка. Погнали в следующий бой. Ну, погнали, зажарим еще кого-нибудь. Пацаны, догоняйте. Ну, не знаю, мне как-то больше, если честно, нравился жнец. На нем я валил всех очень быстро и эффективно. Здесь же, ну, я валю не 5 человек, ну, 2 максимум. А вот на жнецах у нас постоянно каждый бой это по 5, по 6 вылетало. Сейчас почему-то, ну, меньше. Хотя это реликт. Ну, фиг знает, тут на любителя, но так-то... Мне нравится, в принципе. Да отстань от меня, запилил меня весь перед. Почему мне постоянно первым пилят? Как только видят новое оружие, сразу надо пилить. Да что ж такое-то? Что за привычки, блин? Пацаны, давайте я развернусь вот так вот и тебе закину. Давай, жарься, чувак. Как тебе? Нравится? Давай, я тебе еще подкину. Держи! Так, отходим, отходим. Сейчас, нормально, спрятались. Блин, у нас базу захватывают, только сейчас заметил. Пацаны, давайте, база! А, они уже на базе, пацаны, хорошо. Наступаем. Поможем сейчас союзу, перезарядочка. Еще закинем, не попал. Вот сейчас попаду, давай, до свидос, чувак. До свидос, пожарься, давай. Сейчас корочка будет. Давай, 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 давай. Быстрей, помирай, вот это в рифму я придумал. Давай, последний выстрел. Зараза, дикобраз не забрал один, а? Вот ведь ты, все. Хана тебе, ой, здравствуйте. Вот это больно сейчас будет. Ай, да что ж вы все меня фигачите-то. Я уже инвалид, у меня ничего не осталось. Так, держи. Да что ты делаешь-то, блин. Сзади союз его стреляет, а я тут тихо, мирно всех грохал. И он меня решил завалить. А как же так? Так, что у нас тут? А, я понял, такая тактика, выжидать называется. А дальше? А дальше больше. У нас от союзов уже живого места не осталось. Будет угарно, если мы сейчас из-за него проиграем. Это будет вообще печально. Так, пацаны, давайте последнего завалить. Я не знаю, взорвить его каким-то макаром. Давайте, я верю в вас. Давайте, пацаны. Есть, они его успешно пока что взрывают. Красавчик, все, молодцы. Вытащили. Так. Вообще, лучшее. У нас победа. И сколько очков, мне интересно. У нас мы даже в... А, не, вот, я свой крафт не сдаю. Мы в топ-2 попали. 2083 очка за бой. Погнали в следующий бой. После этого боя мы возьмем самый мощнейший крафт на сегодняшний день. Это дикобраз в 4 экземплярах. Я не знаю, что у меня получилось, конечно. Я достаточно долго строил этот крафт, но попробуем. Так, держи, чувак, давай. Пожарься хорошенечко. Куда это ты втопил? Фига себе, у него там пукан взорвался. Фига, он побежал, конечно. Ой, давай, я увидел его, давай. О, дикобраз у тебя тоже, нифига. Кто-то, видимо, докачивается до дикобразов. Ну, либо это лютый донатер какой-то. Давай, держи, браток. Гори! Давай еще вот этом. Опаньки. Это что, искры? Или погодите, что это? Да, это искры. Искры жесткие, я делал на них обзор. Ах, как так можно было промазать-то, ё-моё. Он меня еще и замедляет. Чуваки, помогите, пожалуйста, срочно. Мне бы развернуться еще. Давай, молодец. Мал! Куда ты полетела, почка? Чё происходит? Они когда-то улетают почему-то вообще в космос. Вот сейчас стрельну. Сейчас нормально. Хотя никаких там уклонов не было, никаких ямок тоже. Почему они улетают в космос, я не понимаю. Это за гранью нашего понимания. Чё за прикол? Почему постоянно воздух горит? Как дочка, только я дикобраза взял, смотрите, все горит. Что это за баг такой? Реально не было такого. Вчера обзор на жнец сделал, такого не было. Прикольно, прикольно. Так, у нас опять победа. Ну, здесь мы, по сути, ничего не успели сделать. Мы даже в топ-3 не попали, стопудово, да. И у нас какое место по команде, интересно? Вау, вот это результатище! 442 очка за бой и предпоследнее место по команде. Да, и с закрытыми глазами меня, наверное, просто все обыгрывали. Ну, давайте теперь возьмем мощнейший крафт и поедем в бой.
Ну, короче, не знаю, что у меня получилось. Этот крафт у нас на 11500 ом. Короче, что-то с чем-то. Давайте попробуем. Так, держи. Вот это у меня там, конечно, все взорвалось. Ну-ка, стой, добить тебя. Есть. Союза добили, молодцы. Давайте. Зажигаем. Зажигаем во всех смыслах этого слова. О. Куда же вы все убегаете? Там мне нужны подопытные. Смотреть, как это все работает. А тут все союзы грохают. Я даже ничего не успеваю сделать. О, 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 вот эта крепость. Идеально. Давай, держи. Бань, давай еще. Сразу весь перед развалился. Давай еще раз сейчас будет. Бань, давай. Сейчас доковырялись уже до кабины. Давай, сейчас еще раз. Добавочка будет. Бань, давай, до свидос, чувак. Есть, поджарили. Блин, он мне один дикобраз отстрелил. Печально. Так, о, еще один. Здорово. Держи подарочек. Это тебе. Офига, у него там все взрывается, конечно. Давай еще раз. Еще. Вот сейчас задница у него под... Все поджарилось. Хорошо у него. Есть. Союзы добивают. Слушайте, вообще класс. Плюсом мы еще разогреваем его детали. У союзов повышенный урон. И это вообще топчик. Ну, слушайте. Я реально ожидал большего. Я не знаю почему. Я думал, там просто за один выстрел все разлетаться будут. Но нет. В принципе, если так посудить, то это наоборот хорошо, потому что оружие такое более-менее сбалансированное получилось. Хотя, ну, возможно, мне так кажется, просто после жнеца. На самом деле, он, смотрите, я валю всех спокойно и не напрягаюсь. После жнеца, конечно, это не так круто, но, блин, все равно я беру МВПшечки вообще налегко. У нас 2093 очка за бой. Погнали в следующий бой! Ну, поехали. В этом бою всех поджарим. Давайте, союз, догоняйте. Ну-ка, давайте вот куда-нибудь туда закинем. Кстати, сейчас почему-то горящих луж уже нету. Я вот просто-напросто перезашел в игру. Видимо, реально какой-то баг. Сейчас все прошло. То есть перезаход игры помогает. Кто, может быть, столкнулся с такой проблемой на дикобразе? Ну, мне кажется, как-то всем будет без разницы. Всем главное смотреть на урон. Блин. О, хорошо, поджарился чувак, давай-давай еще. На крушаках такой красивый ездит у нас, да? Давай. Жарься, чувак, жарься. Еще сейчас подкинем. Ой, у нас там пульсарщик перевернулся, давай, вставай. Вставай, браток. Че у нас сегодня все пульсарщики-то переворачиваются, блин. Так, нормально, живем. Еще один едет. Ну-ка, стой. Держи. Лови аптечку, чувак, погоди. Стой, 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 стой. Куда ты поехал? Держи тебе еще. Без пульсара покатаешься. Вот, блин, стал бы ты, еще бы поджарился. Было бы классно. А то не успевает тебя огонь никак коцнуть. Давай, стой. Молодец. Все, попался. Давай, давай, гори, гори, гори. Кто тут на спину мне стреляет с крушаков? Ой, это каратели. Блин, как я крушаки с карателями спутал, я даже не знаю. Так, меня нету. Хамелеончик подрубаем. Гелиусы у нас тут катаются. Сейчас аккуратненько надо забрать вот этого чувака. Давай, держи, пока стоишь, еще поджаришься хорошенечко. Давай, давай. О, нифига, у него рама отлетела быстро как. Давай еще. Огоньку подбавим. Давай еще вот этому сейчас закинем. Лови. Тоже поджаришься. Какой бессмертный, смотрите, попался, а. Давай, помирай уже наконец. Все, я его добил все-таки. Сзади меня гелиусы фигачат стопудово. Да, блин, вот сейчас это очень плохо. Ты, блин, в спину зашел. Так. Ой, еще я думал, это союз. Блин, а че я один-то? Где все союзы? Так, я надеюсь, ты с ним разберешься. Мне надо вот этого забирать срочно. Он меня сейчас иначе сам заберет. Да как так-то, блин? Не попасть, они отлетают вверх, потому что у меня сейчас крафт назад упал. Печаль, беда, конечно. А, это какие гелиусы? Это гиперионы. Я что-то как-то не подумал, что я на таком оме катаю. Какие гелиусы? Да, прикольно. Так, ну давай, на пульсарах. Кого-нибудь грохни или сам помри. Что-нибудь уже сделай. Ну, слушай, это было гениально. Слушай, это очень остроумно просто перевернуться. Да, вот это прикол, конечно. Он еще перевернуться не может. Ладно, давайте сразу телепортнемся в следующий бой. Ну, давайте напоследок попробуем еще кого-нибудь поджарить и подведем итоги. Давайте, пацаны. Ну-ка, я перекину. Здесь она невидимая стенка стопудово. Она не даст. Да. Ладно. Тогда давайте приезжайте сюда. Ох, как идеально они приземлились. О-о-о! Тут такой барьер прям, смотрите. Давайте, приезжайте, приезжайте. Я вас жду. Вот там еще огоньку. О-о-о! Вот такие вот узкие. Кстати, проезды очень хорошо вот так вот закидывать. Они все горят. Так.
Держи тебя, скорпиончик. Держи, держи, держи. О, поджарься хорошенечко. Там еще что-то приехал. Прямо они тут все собрались. Давайте еще подкинем, раз уж так много их. Живем. Так, у нас надо союзом помочь. Он там что-то... Вот этот чувак всех уделывает как-то. Давай, все, гори. Так, вот крушаки не очень классно. Давай, добить тебя. Все хорошо. Что-то они тут все приехали, все слились на одном месте. Ну, как бы хорошо. Так, трое где-то еще осталось. Где вы? Ага, на базе. Хорошо, хорошо. Они, интересно, долетят, не долетят? Наверное, не долетят все-таки. Не хватит. Да, не хватит импульса. Так, давай. Вот сейчас долетит. Держи. Четенько. Хорошо. Давай еще раз. Конечно, вот если бы ты еще встал, было бы еще лучше. У нас там один союз слился, к сожалению. Давай еще подкинем. Хорошо, без рамы покатаешься. Ой-ой-ой, какой ты грозный, слушай. Давай еще и тебе закину. Хорошо. Блин, смотрите, он реально бессмертный. Я не знаю, что с ним надо сделать, чтобы он помер наконец. Отстань! Держи! Да что ж ты не помираешь-то, блин? Одна кабина и каратель такой вертится. Класс! Почему ты до конца не можешь помереть, чувак? Надоел уже. Давайте спускаемся сейчас. Здорово! Держи. Нормально. А где тот, который катался, синенький такой был? Ну ладно. Сам приедет, если захочет. И мы его встретим. Давай, добивай. На карателях тут все катают, понимаешь ли. Есть. Где последний? Сейчас базу будем захватывать. Он сам, я думаю, приедет. Ага, вон стреляют. Хорошо. О, молодец, бинго. Держи. Блин, одна бочка только в него попала. Все, даже одной бочки хватило, чтобы вся рама у него обвалилась. Вот так вот у нас победа. И МВПшечка, 3969 очков за бой. В общем-то, круто. Ну, давайте теперь телепортнемся в гаражик и подведем наши итоги. Ну, что я скажу. Это дорогущая оружка, очень дорогая, если посмотреть, она стоит у нас 6000 кросс-крон, ну, многим даже Гравостар один не купить, он дорогой, я уже не говорю про Дикобраз, я бы, он даже, Нижнец не 2к стоит, а 1700, я что-то как-то совсем забыл, то есть я бы Дикобраз, если честно, не брал, как-то он мне не особо зашел, я думал, больше у него будет урона, а возможно, просто после Жнеца он такой крутой, не кажется, но я бы сейчас взял, допустим, Жнец, если бы у меня были кросс-кроны в двух экземплярах, и у меня бы еще кросс-крон осталось, то есть я копил бы именно на Жнец. Жнец из этого всего, мне кажется, самый имбовый. В общем, пишите в комментарии, как вам Дикобраз. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока! Tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.